Где та беседка 14, я не бачу. 5, 6, 7. Куда идти, ничего не пойму. Сказали, ні для шантрапи. Боже. Святые угодники. Не знаю, где она. Яка в нас... Ну там 7. Я лазю як дурак з цим пивом. Може направо? Може направо треба було йти? Блять. Тут, господи, в сімейних трусах. Боже. В сімейних трусах. Не для шантрапи. І що, Свєта? 14 нету. Як нету? Свєта, подай, що на? Може, 4-та? Може, 4-та. Я зараз піду перевірити. Чорті що. Она сказала 14 на въезде. А что же она сказала 14? Да нет, она сказала 14. Я что, глухий? Нахер. Если, блядь, катакомбы, блядь. Вот это? Я вже лазю по второму кругу тут. Вокруг да около. От є класні бесідки, бачила? Зашторені. Ну, не було свободно. А де тут мангал, блядь? Не знаю. Де тут мангал? Де мангал? Оце. А де тут жарить, действительно, що ти будеш диміти? Чорті що. Ребятки, короче. Я попросил Самвела помочь мне. Мне надо, чтобы он вытянул вот этот грибок, сделал. И он согласился сам это все сделать. Попросил Самвела помочь? Да. А если честно, скажи, як було? Було так, скажи, і було. Як було? Було, як і було. Як було? Кажу, поможи мені. Ти так сказав? Да. Самвел, це не передівачка. Ти сказав, ти знаєш, як да. Цей так. Етер відкривається. Самвел, це не передівається. Стой, 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 стой. Во, во. Я знаю, як. Тут є такий ричажок, дорогой. Подожди, подожди, подожди. Бачиш? Так. Да. Звісно. Звісно. Де тікай. Ой. Стой, стой, стой. А що далі? І що діло? Щоб ти не поламав. Подожди, Артём. За камень. Ты не видишь, что за камень зачепилось? А камень тяну. Я вообще не смотрю. Я вообще не смотрю вниз. Это на вниз. Камень. Зачепился провод за камень. Так я вниз не смотрю вообще. Так трошки дивись. Проволока оця. Оця. Зачепилась за камень. Так ты сидишь, ты что не можешь подивиться? А я де? Сидишь. И теперь вот так. Нет, подожди. Подожди. Давай, засовывай. Во, и все. Ну що, знаю я, як розлажується. Ну, красавчик, що я можу сказати? Що я можу сказати? Давай п'ятак. А тепер звиняйся за те, що ти мені сказав, що вдоль траси стоїть обозначення траси. Согласен, я виноват. Молодець. Ребята, скільки він орав, дорогу їхав, їдемо на обочині 23, 24, 25, синій квадрат. І цифри. Він каже, це обозначення траси. Так, тут гляньте. А ну, я кажу, я понял свою ошибку. Ну только там они похожи между собой. Извините. Там и H, и номер есть, конечно. Там извинился. Извини, извините номер. Меня. Извините. Вот я научу тебя извиняться. А, я признал свою вину, что я не прав. Извини, Самвел, я не прав. Кажи еще раз.
Да что я буду казать? Я уже сказал, что мне по 5 раз тебе казать, чешу. Нет, ты должен нормально раз сказать. Извини, я не прав, был не прав. Слушай ты. А, бачу, уже отморозился. Я тебе уже поизвинялся. Раз извинился. Боже, ребят. Это бачек, надо научить его. Вот дивиться, какая у нас красота. У нас такий столик буде сьогодні. Ну мені тут не нравиться. Знаєте за чого? Із-за того, що мангальна зона отам і тут мангала нельзя. Мангальна зона отам, там просто хер знає за скільки, за 150 метрів треба ходити для того, щоб пожарити шашлики. Прикинь? А ви не хочете пакети папери? Прикинь? І так там же ж, і все на жарі, от реально. Що це за бред? Реально туди? Да. А ну, вроде бы, здесь все красиво, все хорошо, но очень неудобно. Очень неудобно. Давай я тоже что-то возьму. Пошли, я тебе покажу мангальную зону. Вика, ты бачишь, там мангальную зону? Нет, ну, что у нас? Ты снимаешь. Что я снимаю? Хочу показать. Как ты снимаешь? Неудобно. В общем, ужасно. Нет, не ужасно, просто почему так далеко мангальная зона? А где мангальная зона? Вот, пойдем, покажу, потому что я сам не знаю. Я видел где-то там далеко, а где я не знаю. Вот тут есть мангальная зона. Я вообще не понимаю, а что нельзя брать? Вот чего нельзя брать? Я не пойму. Вот тут надо жарить только везде шашлыки. Как это, на станцопилке вот тут стоять, да, и жарить? Да, да. Он бесплатный, говорят, только платный вот тот. Вот тот, да? А этот, да, кованый. Ну что за прикол, как это жарить на санцапёке? Я не знаю. Это что, рододендроны? А вот, смотри, какая здесь красота. Знаешь, как цветы называются? Нет, как? Рододендрон. Вот вообще тоже прикольно здесь, смотри. Туда. Да. Смотри, вперед. Хороший диванчик. Почему вы здесь сидите? Значит, занято. Зона большая, конечно. Тут неплохо, но вот это мне не нравится, что мангальная зона далеко. Пошли сюда выйдем. Должен быть выход. Ой-ой-ой. А, тут концерты какие-то правые. Ну, типа того. Анимация. Цвета умничка. Наготовила. Ложи башку. Буду рубать. Так, дай мне телефон. Вот як тепер понять, де Колін, де мій? А. А, це не мій вообще, мій карман. Да. Я подумав, де Колін, де мій. Зараз скажуть ще, що і у Колі такий. І в мене. Ні. Ні. Ой. Не так, вже ми збираємо у нього. Гляньте, сидять аристократи. Аристократи з нами не общаються. Ми прості робочі, йдемо з Артемом дрова. Да, вони як білі люди сидять, горгонзола, груша, прошутто, а ми дрова рубаємо. Ага. Ой, вообще. Сейчас приставлю тебе, как его. Ой, красота. Жарко, солнце. Шо, а що я йду, а спички? А попросим десь. Та що таке, ти ж? Нема нікого. Там люди є. Пошли. Тепер в мене в руках. Ну, розрубаю. А зачем їх рубати? Воно маленькі, взагалі воно маленькі. Ой, сонце ж движеться, а куди воно движеться? Ой. Хочете рядом ставте ось сюди? Та я не пойму, куди сонце, в яку сторону воно. Отак же, мабуть, куди. Ну от це треба сюди, от, може от цю урну, вона прибита чи що, її треба трошки сюди. А сюди рядом ставте. Подивимось.
Что ты делаешь, Артём? А у вас тоже будет спичку зажигалку попросить? А у нас есть, Артём? А мы тоже едем. Мы тоже. Тут по соседству. Может, у этих в домике. А нас не взяли, да, спичек? Это зажигалка. А есть зажигалка? А, так есть зажигалка. Что ты тоже, ку-ку? Не, я говорю, тоже взял этот. А. Зажигалку. Так он просил спички, чтобы поджечь. Чем такой, не поделился, людьми зажигал? Та что не поделился? Я кажу, что мы тоже еле нашли. Причем я думал, ты кажешь, что мы тоже питать хочем. Не понял. Литературу уже. Та надо сказать ему, что есть. Есть, надо зажигалка. Та ну что? У нас зажигалка есть. Ты... А, вы нашли же. Ого. Что ты делаешь? Ничего. В принципе. Так вон вон. А ці дрова куда? Так что не надо покормить. Все равно там кидывать все, ну, потому что мы будем сейчас распаливать. Это сейчас оно потух. Дайте. Дымить. Ты не ко мне пришел? Где он огонь який? Распалили люди. Самое, у них дрова, у нас уголь. У нас тоже так, так должно быть. Они сейчас подожжутся и все. И, а зачем нам, чтобы оно горело? Нам надо, чтобы жар был. И все. Для чего нам гореть? Для того, чтобы было жарко, чтобы горело. Для чего? Оно сейчас разгорится и все. Оно гореть не будет, оно будет леть и все. Нам это надо. Нам не надо жар, потому что у нас... Знаете, тут... красиво не горит? Ну, то, что красиво, оно не означает, что оно при таком огне... Что горит... ты завистливый? Можешь порадоваться за людей? А что ты меня бьешь сразу? А ты ж не правый. Як ты? За дорогу доказывал сегодня, стирался. Давай я подойду. Водитель. А зачем ты? Хай, оно не должно гореть. Может, не совсем. Зачем ты наказываешь? Не классно. Ну, я бы, знаешь, что сказал? Что? А ну, чем оно лучше, чем Занзибар? Это просто отдельно не ставится. Во-первых, нет сколько народа. И не шантропа. Ну, возможно, что... Да, возможно, что просто... Чтобы... Люди посередине. Дорогу просто заснимем. О, я так и хочу. Нас не хватало две, я пошла взяла. Молодец. Света. Ты настоящая хозяйка. Буду. Но о. Я, успокою, я уже накрутила лавашек, кстати. О. Боже, у нас царский стол, ребята. Стол. Это Вика сделала тут рукава. Груша, горанзола и прошутто. Это лаваш. С чем? Два вида сыра, укроп и помидоры. Коля уже показал. А это надо печь его? Да, это ж помидоры. На... Коля уже пока. Ты опоздал, Коля уже пока. Салатик. Это Артём делал, да? Нет, это Света делала. А, ты делала? Круассаны. Ты не показал эти. А. Маленькие. Это что ты мне рассказываешь? Я их бачу. Я королева ночи. Для Оли Поляковой новый этот. Скажи. Гаишник. Ну, як їх називаєш? Вона свої скоро мені Нікіта нові права випише.
А свети новая замена. Так что, буду гасать без правил. Не испортилась моя прическа, да? Нет, я очень хорошо подстригли, кстати. Ну, я не улаживалась, поэтому... Надо, чтобы принесли вы сейчас. Так стыдно, знаешь. Стоять и глядя, что мы... Чего? Как это раз? Помыли. Чего? Помыли. Помыли, скажи. Последний, а на последний уже... Стыкаются люди. Смотри, жар переложи сюда, готовый сейчас. Потом вторую переложил, потом вот это взял сюда, пожарил и сверху накрыл. Все мое пиво? Вот. Да. Это твое, да. Где Никита делал? Никита, вернусь. Никита убежал. Позор. А он? Чего он убежал? А чем там ладно? Ну потому что ты такая наделал. Ви себе дістав і більше. Це не моє, це коліна. В смислі це моє. В смислі коліна. Не я діло. Ну я не вмію вжарити. О! А це не філе, так? Та ну що? Не стисняйся, що ти стисняєш, я не можу. Чого ти стисняєш? Я не стисняюсь, мені смішно просто. Що ти не стисняєшся? Ти тільки що сказав, що ти стисняєшся. Я сказав. Ти ще такого не бачив, щоб 20 мангалів було і в одному місці все жарить. Тому що жарко. Ну тінь, сон. Тінь, а возле цього. А сюди можна навіть поставити. Та я, щоб не загадати. Дерево. Ого. Ти взагалі. Що і що воно? Воно швидко жарить. І це швидко жарить. Та не можна перейти отак. Куди? Да. Ні, ось отак, ось отак. А де Нікіта дівся? Ну пойду, тому що мені жарко тут сидіти. Пожарить і приніс таки сюди. Ми не вміємо, куди. Ти Нікіту сюди зові. Этих людей правильно делают. А ножика тут нету ни у кого? Правильно, видишь, фольгу обкладывают. Видишь? Это, ну, это правильно делают. Ну, какая разница, не на решетке, а фольгой обкладывают. Нет. Учись у людей. Нет. Тёртый. Они делают правильно. Ну, ты сделаешь полуфабрикаты, которые уже полужарены, полуварены. Ну и что? Соседа жена лучше. Мы можем и так и нет. Блин, все меня оставили, капец, я один тут с этим всем. Мясо кусок упал прям туда. Жарится. Прикольно, лучше, чем либо делать. Нет, это так. А он этот. Ой. Все положил? Ну да. Минут за 5 положим потом эти. У меня одна кусок упал, выпал. Тихо. Ну, как-то выпал оттуда из угла. Выскользнул. Наверное, надо начинать лаваш делать. Ну, делать, я пойду помою. Лаваш. Помоешь лаваш? Да, ну, мой лаваш.